прошлогодний воздух. Куда ты нас везешь, дядя Саша? Куда? Скажи, пожалуйста. Пока что все на юг. На юг? Ну, на юг чего? На южное побережье Белого моря? Ну, не знаю. Или Северного Ледовитого океана? Это самое, на берег реки Ваги пока. А, ну все понятно. На южный? На левый. На левый. Добро. Чай в местной воде плохо заваривается. Да. Да и брат пакетики забирает сразу. Не дает долго макать. Вспенится все. Шанька деревенская. Ну, товарищ. Ну, да, для бабушки. Мы в Великовской. Седьмой еще? О, да, он еще только седьмой. А мой торопец. Я-то? Так нет. Че домой торопец? Вот он нас ждет. Ну ладно. Я вот думаю, он туда, в то место пустое, как-то установить этот. Да. Я и говорю, что может быть его немножко вперед толкнуть. Так. Оп, и чурки пододвигать, да? Ну все, ну, достаточно. Сюда? Да его тут заливать будет? Не, смотри, ничего здесь не заливает. Здесь все чисто, вон, маховик и все остальное. Сюда вообще, я просто вспоминаю, сюда вообще ничего не летит. Снимется, не снимется. Снялся. Видишь, туда добираться-то тоже. Здесь пружинка на месте. Да-да, я смотрел. Похоже, может быть, действительно все дело в свече. Так, фильтр. Или это шланг полностью менять? Снимать. Ну что, вот снимать? Вот смотри, ну надо будет это снять. Это, ладно, снимем. И три болта. Вот все здесь стороны. Вот тут надо откручивать. Так, каркас мы завели, пригнали. Сейчас мы будем ставить аккумулятор. Вот молодец, руки заморал. Надо было каркас кидать. Нету перчаточек. Открываешь заднюю дверь машины? Да, я уже. И там в кармашке. Да возьми, еще ты нам пригодишься. В перчатках-то. Не торопись, настройся. Вот сюда будет провод идти.
скорее всего. Так. Отсюда он будет защищен, и сверху будет защищен. Че, нормально? Что под сиденьем он бы стоял, что здесь стоит? Ну, где удобнее. Че, там камня-то нету? Нет. А че, он нормальный камень, че, целует камень? А вдруг менять надо? Вот он бежит, торопи. А я сейчас тупой. Ты не беги тогда сейчас. Вот я... Нифига шестигранничек он принес. Пока пойду. Чай попьешь. Ну, ты много не пей, так, понемножку. Так, тумбу раз и под крышкой, да? Можно к этим гайкам переход какой-то сделать. Ладно, мы сначала схему соберем, чтобы она рабочая была. Потом будем смотреть. Ну да, чтобы натяг было все. Ну, конечно. Он сможет, умеет. Он ничего не боится. Смотри, смелый такой, блин, смотри. Он делал это уже у тебя хоть раз. Какую ты должен ему отдать, короткую или длинную? Ладно, давай. Смотрим. Плюсом ближе, минусом дальше. Как ума хватило, так и говорит. Вот так вот тут будет стоять, что только надо ему еще придумать крепежек. Что придумать крепежек? Резинкой. Резинкой притянул вот так вот. Все. Он там прыгать не будет. Да, или стяжка. Че? Фанера? Какие стяжки? Ну, можно с крапом, можно без крапа, без стяжки. Сужно вернуть. Можно вот так вот. Все соединил, все заработало. Прикиньте, офигеть. На шару, все на шару. Ну вот мы подключили и будем заводить. Як часы. Бензин перекрыт. Чего? Бензин не пошел, что ли?
Дом? Ключом? Не видел я. Костя, зажги, я пойду за тестером. Померю, идет зарядка или нет. Тестер возьму. Газку там добавь. Зарядка идет, видел? Напряжение поднимается при оборотах. Но этого для поддержания штанов. Так, ладно. Ладно, убедились мы. Все работает, Костя. Так вот. Наша бригада. Бригада 4 года. Проголодалась. И все с... пришли нам обед. Всем привет. GoPro стоп видео.